Развлекательную программу для молодежи «Я буду студентом» организовали в ДК. Напомним, что День студента ежегодно отмечается 25 января в Татьянин день. На развлекательную программу «Я буду студентом» в Леневский дом культуры пригласили учащихся 9, 10 и 11 классов. Дебютное подобное мероприятие было организовано в прошлом году, и, вызвав положительный отклик, в этом состоялось вновь и прошло в формате популярной пенной вечеринки. Ребят ждала насыщенная программа. Музыкальные номера чередовались с дискотекой и множеством конкурсов, участвуя в которых, старшеклассники могли заработать жетоны, а после мероприятия получить за них призы. Приятные сюрпризы сыпались на собравшихся практически с начала вечера. Лотерея по номерам пригласительных билетов многих осчастливила неожиданными подарками. 60! О, вот она, счастливица. Нам, ну, давай. О, показывай. Все, правильно, 60. Стоп. Школьная жизнь для некоторых из этих ребят уже практически перевернутая страница. Впереди их ждет один из интереснейших жизненных этапов – студенчество. Студенчество – веселое время, но оно заканчивается, наступает сессия. Сессия – это когда внезапно начинаешь верить в приметы, удачу, судьбу и талисман. На что готовы пойти студенты, чтобы не учиться, а сдать сессию просто с помощью сдачи? Они не моют голову, терпят дискомфорт от пятака под ногой. Короче, просто ужас. Сегодня я предлагаю проверить, сможете ли вы привлечь удачу, чтобы закрыть сессию без долгов. Я буду зачитывать приметы, а ваша задача – продолжить, ну, ответить. Готовы? Человек, который только что получил 5, может принести удачу. Что нужно с ним сделать? Потрогать? Да, правильно. Подержаться. Да. Если вы хотите сдать, то нужно положить под пятку. Монетку на ней 5. Не выкрикиваем. 5 рублей. Студенты – народ не только веселый, но и дружный, сообразительный и энергичный. Ведущие в шутливой форме весь вечер проверяли, готовы ли старшеклассники стать студентами, смогут ли выполнять задания преподавателя, будут ли пользоваться взаимовыручкой и как они умеют работать и отдыхать. У ребят еще есть время повзрослеть, определиться с выбором учебного учреждения, в котором будет продолжена учеба после школы. И даже если жизнь разбросает по разным уголкам света, главное – сохранить дружбу со старыми друзьями, надежными и нераспроверенными, которые всегда поддержат и помогут. Вот как в ходе конкурсов вместе задания выполняются легче. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы парня. Замечательное мероприятие ребята будут вспоминать уже будучи студентами. А то, что запомнится оно, сомнений не вызывает. Здесь было все, что молодежь любит. И песни с танцами, и конкурсы с подарками, и живое непринужденное общение со сверстниками.